Друзья, всем привет! Сегодня будет вот такое вот коротенькое видео, обзор моей новой катушки. Да, и давайте вам представлю свою новиночку. Это у нас будет катушка от Ryobi под названием Rikin BG 4000. Да? Катушка для спиннинга, для ловли на спиннинг и для ловли на джиг. Я ее буду использовать. Заказывал в магазине Трофею, брал. Катушка у нас получается с такой среднеценовой сегмент, даже уже можно сказать, что, наверное, бюджетный, ближе к бюджетному сегменту. Характеристики у нас данной катушки: 4000, передаточное число 5.0 к 1, нагрузка на фракцион 5 кг, вес данной катушки 260 грамм. Такая легенькая катушечка, то есть достойный конкурент дайвам и Шимана. И количество подшипников здесь у нас 7 и плюс 1 в кнобе. Да? По намотке шпуля, я так понимаю, что будет глубокая, потому что 0,28 леска 250 метров помещается, 33-я 190 метров, 37-я 150, то есть, ну, шпуля такая глубоковатая, по любасу нужно будет мотать бэкинг. Вот характеристики, если что, кому было непонятно, на паузу нажмите, увидите, все здесь написано. Сейчас откроем с вами, посмотрим, разберемся, насколько она хороша. Ну, давайте откроем, посмотрим, что здесь внутри у нас. Итак, открыли. Так, пакетик. Вот она у нас сама катушка. Пока катушку отложим в сторону. Внутри есть, ну, наверное, сейчас все такие вот сумочки мягенькие. Инструкции, которые мы, естественно, читать не будем. И пакетик с регулировочными шайбочками. В принципе, все стандартный такой набор. Да, шпуля, кто-то скажет, идет одна. Ну, сейчас множество катушек оснащаются одной шпулей. Так. Начинал я свою рыбалку тоже. Были у меня Ryobi и Эксия, и Заубер. Вот. Но они были такие, скажем, тяжеленькие катушечки. Вот. А это уже прогресс не стоит на месте. Поэтому катушечка уже получилась такая легенькая. Ручка вкручивающаяся из двух частей, да, такая складывающаяся, вкручивающаяся у нас получается, как на страдиках какого там года, 16-го. Оп, ну, вот я ручку вкрутил. Пробежимся, посмотрим по люфтам. Ну, я бы сказал, блин, такие технологические люфты просто минимальные. Все отлично. Прям по первым ощущениям бросается, что бросается в глаза, это плавность ухода. Так, катушка оснащена рычагом переключения, да, задний ход, стопор. Вот, да, то, скажем, на многих катушках сейчас производители от этого отказались, здесь он присутствует. Нет, ну, плавный ход, это уже, наверное, такой
плюсик уже есть. Прям по первым ощущениям мне нравится. Посмотрим, что вообще пишет про эту катушку производитель, что вот к данной катушке в описании на сайте указано. Корпус катушки и ротор с рукояткой выполнены из алюминия высокой плотности, прошедшей специально антикоррозийную обработку. В катушке у нас используются высококачественные подшипники с антикоррозийным покрытием. Кстати, указано, что подшипники производства Япония. Так, дальше у нас мощная шпуля. Выполнена из цельной алюминиевой заготовки по технологии CNC. Кто знаком, можете оценить. Ну и также здесь отличный тормозной механизм обеспечивает максимальную нагрузку на фрикцион. Все детали крепежа и главный вал изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Утолщенные карбоновые шайбы фрикционного тормоза улучшают его функциональность и обеспечивают дополнительную надежность. Пока раскрутим сейчас заодно и посмотрим, что там внутри. Ну, совсем раскручивать не будем. Так. Давай. Ну. Так вот выглядит здесь, без шпули. Смазочка присутствует немного. Так, что у нас дальше? Как уже показал, рукоятка катушки напрямую у нас вкручивается в главную шестерню. И люфты просто минимально. Да, я бы сказал, что их практически прям нет. Все как влитое стоит. Так, полая душка лескоукладывателя полая. Плавно переходит в ролик лескоукладывателя. Предотвращает неконтролируемый сброс плетенки лески, ну и образование всевозможных петель, бород, ну и так далее. Внутри механизма зубчатых передач также выточены из цельных алюминиевых заготовок по той же технологии CNC, да, что гарантирует долгую слаженную работу всех внутренних механизмов данной катушки. Даже при экстремальных нагрузках. Еще раз повторюсь. Ryobi Riken BG4000. Количество подшипников 7 плюс 1. Передаточное число 5-0 к 1. В принципе, такое хорошее число. Да, чем для джига, тем меньше, тем лучше. Шпуля алюминиевая, но она основная, дополнительной в комплекте нету, запасной шпулек нету. Нагрузка на фрикцион заявленная 5 кг. Разработана и спроектирована в Японии. Здесь даже вот на ножке это указано. А покупать, не покупать данные катушки решаете только вы. Я себе выбрал, в процессе рыбалок буду на них ловить, намотаю плетенку, посмотрим. Какая намотка, как ловит, как служит, как мотает, как крутит. Появятся люфты, не появятся люфты, сколько она прослужит. Ну, были у меня до этого Ryobi, в принципе, такие неприхотливые, неубиваемые катушки. Если у кого-то были Ryobi, есть Ryobi, кто-то пользовался, давайте делитесь тоже своими впечатлениями по данным катушкам. И я поплыл дальше ловить рыбу. Вы не забывайте оценить, понравилось, не понравилось это видео. Давайте всем побольше трофеев, отличных катушек
И не только. Давайте. Пока-пока. До встречи на рыбалке.